Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 1 октября. В этот день наши предки наблюдали за погодой и по ней судили об осени. Скажем, если листья на березе не опали, снег выпадет поздно. Ежели журавли не летят на юг, то раньше Артемьего дня мороз не ударит. Коль бурьины выросли высокие, ждите снежную зиму. Была еще и другая примета. Вот какая погода стоит в этот день, такая будет и 1 апреля. А уж коли трещит домашняя утварь, не миновать дождя. А какая же погода ждет нас завтра, 1 октября? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Малый Толкай Похвистневского района Самарской области облачно и без дождей. Воздух прогреется аж до плюс 15. Самое время насладиться настоящим бабьим летом. А вот жителям села Средний Васюган Каргасокского района Томской области уже пора привыкнуть к резиновым сапогам. Там пасмурно, столбик термометра поднимется только до плюс 6. Но скоро дожди прекратятся, и вернется солнце. В деревне Средний Баяк Красноуфимского округа Свердловской области в этот день солнца можно не ждать. Плюс 10 и небольшой дождь. Но зато потом еще несколько дней температура будет только повышаться. Жители села Большой Сундырь Ядринского района Чувашии могут снова доставать из шкафа летние панамки. Вот только зонтики далеко убирать не стоит. Там воздух прогреется до плюс 17, но, возможно, пойдет дождь. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!